Они и принимаются плохо. Каждый выдернуть вот надо и посадить. Лида Карамаева купила русинтелер устрюблен шоглене. Койбер усымлеклер нол февраль ойында окчеше башлы. Купкана бақша культураларын шешеклеріні рассады оша устрелер, шынки біздің түбекте койберлері оңыш берерге үлгірмей. Болашақ оңыш усынтелерге бейлі, шуңа да ұрлықларда вақытында утыртылырға тиеш. Ну, я обычно вот астрес сажаю, рано их, потому что пораньше цвели. Потом уже сыплю в землю в апреле. Вот скопаем, посыпешь, это уже будет в августе-сентябрь цвести. Так. Эти уж вот цветы с осени заношу, по весне высаживаю розы, хризантемы, герань, все в саду таскаю. А так питони вот сейчас пересаживала, посадила их когда уж. Ну тоже с месяц, наверное, они очень хилые, плохо всходят, и хрупкие такие. Лида Федоровна борошну февраль айында окшешкен. Оларны инде ул яхшылап күшіріп отырткан. А помидорларны исе хужабике соңырақ отырта. Возни с ними много рано, и потом все это крутишься. Они уже перерастают, надо с ними падают, осыпаются. Нет, март 6, 10 марта, 11 марта самый-самый вот для помидор. Хужабике сөзлеріне қорағанда, яхшы усенті устрюмнің ортық сыры йок. Ол ашлама қолана күзден күл әзірлей. Брени все там, залу приношу с осени. Землю когда набираем, но больше, конечно, покупная. Она сейчас хорошо насыщенная, такая с удобрением. Секретов а водой какой поливаете? Может, вода, уж вот грею отстойной, наливаем отстойной водой, туда добавляю всякие вон для укоренения что-нибудь такое, и залу ложу, и когда и луковую шелуху настаиваю, ну, не ленюсь. Лида ханымның терезе түбінде қияр үсінтісі де орын алған. Хужабике сөзлерінше, қазір олар ұнықлары білен оның қиярланғанын түзімсізлік білен күтелер. Да, подвижу, чтоб они велись. И будут огурчики. Почти каждый год мы понемножку собираем. Внуки придут, радуются вместе со мной. Салих Сайдашев Урамының 21-ші сонлы юртында яшаушы ханымнар өз юрталарын жейін шешекке көмерге ғадетленген. Нинди өзіншелікле шешек ұрлықларын ұтыртырға тілегенлерін олар біргелешіп, сойлап, кенешлешіп ішлей. Айгүл Хусейнов, Артем Артемьев, Баулы телевидениесі.